Итак, приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь. Сегодня у нас битва замков. Сразу поставь, пожалуйста, лайк, проверь колокольчик, подпишись. Елочки-палочки, будем скоро квест выполнять на моем канале. Как-нибудь чуть позже расскажу. Но в целом у нас сегодня тема видео достаточно интересная. Я думаю, что, конечно, вы уже обо всем давно знаете. Вы же, ребята, у меня прошаренные каналы, всякие телеграм-каналы смотрите. Ютуб никто не отменял, но тем не менее, все-таки повод записать видео есть, и он достаточно серьезный. Он заключается в первую очередь в том, что дают халяву по типу того, что на немецком сервере и прочее, кто-то кричит, что она фигня и полная ерунда, а потому что мало. Ну, посмотрим, сколько я получу. Так, окей. Окей, так, события, я даже не знаю, куда заходить. Там какая-то халява. Парящий остров, разбиватель яиц, так. Там какая-то халява, которая дается тебе за активность в игре. То есть, сколько ты там дней провел в 2019 году, и вот это вот все. Я предполагаю, что я, наверное, получу очень мало. Как и на основном аккаунте, так и на яйце. Почему? Потому что в 2019 году игру я фармил мало. Вот, вот эту тему, кстати, надо, ребятушки, надо будет ее, это будет отдельное видео, ребят. Вот по этой теме будет отдельное видео, давайте все это заберем, хотя нет, или не заберем, давай пока не будем забирать. Короче, ищем халяву, где у нас халява? Так, забираем, нет, не получается. Окей, заходим сюда, спасение, понятно. Я не знаю, кто-то начал все это дело обсирать. Вот. Вот подоспел, грубо говоря, подарок за 2019 год, новогодний. Потому что как-то особо разработчики не выделяли подарки новогодние. Хотя в декабре, на самом деле, очень много халявы давали. Там эти наборы за один самоцвет и прочее. Но все ждут чего-то такого масштабного. Ну и самое главное, интересное. Сейчас попробуем найти и посмотреть. Вот. И сравним, что я получу на основе и что я получу на яйце. Кстати, напишите в комментариях, вы ждете видео про яйцо. Так, набор один самоцвет. Окей, это мы забираем. Ну, что тут? Тут как бы, ну, самоцветики. 250 самоцветов, а остальное, ну, как бы такое себе, да? Карта обновления квеста. Ну, вот только за самоцветы спасибо, потому что остальное большинству игроков. Так, тут у нас акция пакет накопления. Есть тут что-то такое интересное? Вот, слушай, кстати, вот 1500 штуки можно забрать за 1400. То есть, ну, как бы, даже и не знаю, надо подумать. 1400 это сколько надо вдонатить самоцветов? 1400. На это надо 4 еврика отдать. 4 еврика отдать. Дальше. Тут уже, ну, тоже такое себе. Тут супер питомцы. А тут скин на лиса. Ну, вот это уже неплохо. Десятые. Ну, допустим. Набор субботы. У нас все акции 1 плюс 1. Одна за другой идет. Здесь как бы за 300 рублей. Ну, можно вот этих карт созвездий получить. Ну, и восьмые эмблемы. Ну, такое. Ну, хотя ты покупаешь эту штуку. Потом ты заходишь в пакет накопления и забираешь еще вот эту штуку. В принципе, почему бы и не да. Дальше. Большой пакет. Это у нас 1 плюс 1, я так понимаю, 1600 мы получим пыли. Мешок с эмблемой Prime. Случайную эмблему 9 уровня. Ну, окей, допустим. Ну, тоже, опять же, видишь, ну, зачем мне эти кристаллы морозного непонятно чего. И второй набор. О, здесь как-то интересненько. Здесь интересненько. 450, ну, 500 кулаков, кому нужны кулаки. И самоцветов. По самоцветам у нас получается. Давайте я плохо учился. 166 умножить на 50. Это 8300 самоцветов плюсом получаешь. Ну, тут на самом деле выгодно. И плюс еще с самого пака за 778. Но здесь, в принципе, все. Давай события проверяем. Так, фонтан желаний. Как бы он как, ну, сами понимаете, что такое фонтан желаний. Дальше события. Парящий остров, тут все понятно. С бесплатной попытки фиг там упадет
пару осколков лисы. Дальше новости. Временные акции, базар накопления, 1 плюс 1, разбей яйца, большая выгода, сокровищница, сбежавшие олени. Кстати, офигительная акция. Вот, в нее только донатить и донатить. А, кстати, реально очень выгодная акция. Вот, настолка. Переходим. Ну, в настолке мне вчера вот вечером я стримил, кричали, что там какой-то баг был, 1000 сундуков вот этих вот... 1000 сундуков, так, я получил камень апогея, 500 штук, ну, допустим. Короче, что-то мне кричали по поводу настолки, что там дают, там, что-то хилиард, короче, этих камней, ну, ладно, наверное, исправили. Castle Clash 2019. Вот, правило события. Во время события вы можете забрать специальный подарок Castle Clash 2019 года. Бесплатно, только один подарок на каждый аккаунт. Подарок составлен специально для вас, основываясь на вашей игровой статистике за прошлый год. Я вот о чем говорю, у меня подарок будет плохой. Я думаю, что, наверное, кричат те люди, у кого, знаешь, такая же ущербная статистика, как у меня за 2019 год. И, конечно же, им всего мало. Такой, как количество дней онлайн, награбленное в рейдах, золото и мана, количество собранных обликов. А, ну слушай, прикольно, то есть если ты донатишь, покупаешь мешки золота и мана, и ты потом не ходишь в рейды, то есть ты, как бы, у тебя активность, то есть, уменьшается. Вы намекаете на то, что тратить деньги и покупать мешки с золотом и маной не нужно, да? Количество собранных обликов. Это типа количество задач. Это активность в игре. То есть, если ты донатишь на скины, серьезно? То есть, если ты на скины не донатил, то и активности у тебя в игре нету. Как-то странно. Это значит, что каждый игрок получит уникальный подарок. Чтобы узнать подробности, проверьте ваш почтовый ящик. Награды могут достигнуть почтового ящика с задержкой. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки, если вы не получили награды в течение 3 часов. IGG и команда Castle Clash оставляют за собой право на окончательную интерпретацию событий, его правил и наград. Ну, слушай, давай... Ну, давай посмотрим. Давайте, во-первых, мы сделаем скрин для заставки. Вот, давай, вот, чтобы хорошо было, и вы по-любому кликнули. Вообще пишите, что надо делать, чтобы вы кликнули. Давайте я рожу какую-то тупую сделаю. Вот, все, нормально. Нормально. Я думаю, что пойдет. Я думаю, что будет все хорошо. Так, где моя... Опа, о, смотри. Сейчас я свою моську просто беру и вероломно уменьшаю, чтобы вообще посмотреть, что у меня там выходит. Так. А слушай, а что тут прям... А, это по сундуку надо стукнуть. Ваше приключение началось в этот день. 2014 год. Четвертый месяц. 9 число, то есть в 2014 году, в апреле, 9 числа я начал играть. Интересно. Вы были онлайн в течение... А, в 2019 году вы были онлайн всего лишь 337 дней. То есть 20 дней я прогулял. Эволюция 35 героев. Собрано 23 облика. Лучшие достижения битвы гильдий. 12931. Слушай, вот, кстати, вот за такие подобные статистики IGG большущее спасибо. Даже плевать на награду, просто вот интересно. Если бы это была какая-то штука на постоянной основе, там, где была бы просто невероятнейшая статистика по всем всевозможным пунктам, и ты это мог бы посмотреть в любой момент, это было бы невероятно круто. Рейдов я нафармил 2 миллиарда золота и 2,5 миллиарда маны. Ну, маны почему так много? Ну, потому что просвет. Ваше лучшее достижение. Это что? Это я не понимаю, это подземки были или что? Сложность нормальный. Уровень 3, клетка 15. А, это, наверное, за пределы какой-нибудь. Ну, короче, фигня. Вы лучше, чем 30% игроков. Ну, что поделать? Ну, я днище, окей. Забираем награду, что же нам дадут? Мой лорд, спасибо за вашу исключительную преданность Castle Clash. Чтобы выразить нашу признательность, мы хотели презентовать вам подарок. Набор «Гордость гильдии». Набор содержит том благословения. 3...
третьего уровня 100 штук, банка с самоцветами 10 штук, карта созвездия 2, камень судьбы 5-1, перекус супер питон с 50. Все-таки баланс — это дело тонкое, и тут важно не переборщить и не перегнуть палку. Да, в принципе, я теперь понимаю, почему игроки говорят, что награды говно. Нет, ну как бы, ну чтоб настолько. Ну, не... это как-то да, это... Нет, конечно, огромнейшее спасибо за эту статистику. Это то чувство, когда тебя статистика больше радует, чем, грубо говоря, награды. Вы просто на это посмотрите. Подарок Castle Clash 2019. Типа, это что, 500 самоцветов дали? Интересно, мне бы хотелось посмотреть, какая максимальная награда. О. Нет, ну дальше... Награда приглашающего, награда один самоцвет. Это все награда приглашающего. То есть, смотрите, это подарок Castle Clash. Вот оно. Да, это уже настолько идет. Это. Нет, ну, как бы еще. Да, блин, даже не надо было бы давать награду, ребята. Просто было. Я бы уже был благодарен. За то, что вы там показываете статистику за год. Расширили бы статистику, еще сделали бы ее более крутой, более подробной. И я бы еще был более, скажем так, обрадован. Но вот эта вот награда, она все впечатление портит. Потому что это такая награда, как бы вам объяснить. Ну, то есть... Ну, лучше бы вообще уже ничего не давали, почему вот так вот, если честно. Ну, это как-то, ну, это реально, это как-то несерьезно. Это как-то несерьезно. Ладно, переходим на яйцо. Переходим, друзья, на яйцо, потому что там, я думаю, там мы вообще офигеем с наградой. Сами понимаете, как... Не, ну на яйце понятно, там бездонатный аккаунт, обликов нету, фармился плохо, да, мой твинк. Но я чувствую, там будет прям совсем вот... совсем будет по трешаку, понимаете, вот. От слова вообще, от слова по полной программе, да? Ладно, давайте забираем сразу здесь халяву. Набор за один самоцвет. Так, мы забрали, заходим. Парящий. Ну, слушайте, тут как бы... Тут, понимаешь, тут своя награда пришла яйцу. Давай еще раз ударим. Офигеть. Я прям даже не знаю, что и кому качать. Офигеть. Спасибо рандому. Спасибо рандому. Просто. Просто головой с моста. Слушай, я тут даже... Этот, блин, я даже не знаю, что теперь делать. Мне надо как-то фармить. Мне надо где-то откуда-то КГшки брать. Ну, я даже не знаю. Ну, что, тогда надо Фрею раньше качать. Ёлки-палки. Так, это мы все забираем. Это мы все забираем. Тут мы все прокачаем. А, мы даже не можем прокачать. Заходим. Спасение. Так. Смотрите. Удача на стороне яйца. Так, разбей яйца. Большая выгода. Сбежавшие олени. Возвращение домой. Настолка. Ну, что нам тут выпадет? О. Отлично.
Так, Castle Clash 2019, Парящий остров. Заходим, окей. Так, отсюда все забираем. А, с настолки что-то награда не приходит. А, вот, вот, все, все хорошо. Не заглючило. Парящий остров. Так, окей, ну все, переходим. А, сокровищница. Castle Clash 2019. Давай, что же мы... Ой, тут у нас все грустно. Даже, ну, видишь, не полная статистика. Аккаунт начал существование свое в 2019 году. То есть, по сути, 6, ну, 7 месяцев назад. Вы были онлайн в течение 158 дней. Эволюция двух героев, собрано 7 обликов, лучшее достижение битвы гильдии 2568. Да. Ну давай забираем награду. Так, слушай, а тут абсолютно такая же награда, как и на Веслоухом. А в чем прикол, а в чем разница? А в чем, ну, я что-то, я не понимаю логики. Типа, я на Веслоухом за 2019 год играл в два раза больше. А если я не ошибаюсь, ну, как бы, ну, там конкретно у меня статистика совершенно другая. И обликов больше, и одно, и второе, и третье. Слушайте, у меня реально вопрос, или у них баганулась эта акция, или что? Ну, то есть, ну, тут, походу, плевать, какой игрок заходит, получает одну и ту же фигню. Как это работает? Или что? Или стой? Может, я ошибаюсь, что-то меня заглючило? Может, у Веслоухова больше? Но мне кажется, что нет. Какая-то реально непонятная штука, ребят. Я не знаю. Я не знаю, если честно, как на это реагировать. Очень-очень все странно. Напишите в комментариях. Но в целом, конечно, задумка интересная. Вот задумка на пятерку, статистику, да, когда вот, там за год подводится, или вообще была бы статистика нормального игроков у гильдии, это было бы невероятно круто. Но награда, во-первых, такая, что лучше бы ее и вообще не давали бы. Ну, нормальные игроки, они были бы рады просто увидеть статистику своего аккаунта. А... Ну, если уже что-то и даете, то хоть что-то стоящее давали. Это во-вторых. И в-третьих, а почему, если вы написали, что награда зависит от того, как ты был, насколько ты был активен в игре, она абсолютно одинаковая, что у яйца, твинка, который я не всегда фармлю, что у Веслоухова, там, где я фармлю чуть больше, обликов больше и так далее. Что-то я логики не понимаю, может быть, я просто тупой ютубер. Ребят, объясните, пожалуйста, в комментарии, если кто-то в чем-то шарит и понимает. Всем удачи и пока.